Здравствуйте! В эфире «Вести Чукотка», в студии Владимир Никитченко. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. Главный праздник весны. Накануне 8 марта глава региона поздравил прекрасную половину человечества Чукотки с Международным женским днем. Дорогие жительницы Чукотки, дорогие мамы, бабушки, жены, дочери, от имени всех мужчин нашего округа поздравляю вас с Международным женским днем. Успехи Чукотки – это во многом успехи женщин. Во всех сферах вы занимаете самые серьезные позиции – это экономика, и государственное управление, и бизнес, и образование, и здравоохранение. Особую роль женщины играют в сохранении традиций и культуры коренных малочисленных народов Чукотки. После начала специальной военной операции именно женщины Чукотки обеспечили нашим ребятам надежный тыл. Вы сформировали целую систему благотворительно-общественной помощи. Спасибо мамам, воспитавшим сыновей, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Особые слова благодарности женам за постоянную поддержку ребят. Они знают, за кого сражаются. Дорогие женщины, вы всегда с нами и во времена испытаний, и в мирные дни. Вы очень много успеваете и при этом остаетесь хранительницами дома. Этот год президентом объявлен годом семьи. Мы сделаем максимум, чтобы жизнь семьи на Чукотке улучшалась. Спасибо за вашу постоянную поддержку, здоровья, хорошего настроения, любви. С праздником!